Ну, не очень хороший бой будет. Ну, посмотрим. Ну, он может сыграть. Я направо давить пойду. Ты какие позиции хочешь выбрать? Ну, давай, пошли. Да. Ну, ты их подстанивай, тоже будет хорошо. Если тебе будет грустно. Да. Меня радует, меня важно. Веду ее, она в центре. Вот, куда стреляю. Вот сейчас на горку забирается. Потерял ее. А кто-то центр забрал уже. У них что, две невидимки получается? Давай. Там Риалган идет, москит. А, только ушел. Ну, у меня сейчас инвиз появится. Да, он идет. Так, инвиза я забрал. Давай. Хилку дам, ко мне прижимайся. Не увидел. У меня будет тогда и все. Надо маяк чекать, будет сейчас. У него PCC-шки. Он слева. Надо по москиту отработать, потом на горку зайдем. Я работаю по москиту. Все, на горку заходим. Нормально работает. Хилку дал. Сейчас я буду заходить. Справа у тебя риперы. Пока нет, я маяк захватываю. Маяк не захватим, потом будет тяжело. Сейчас помогу. Видео снимаем, да, то. Но я закрыл тебя щитом. В яму сваливайся. Рядовой огородами идет. Ой, их двое там. Один на лазерах. Я жду тебя. Ты справа? Где рядовой-то? Давай, работу. Потоки. А, у него щит. Давай, Диабло. Пусть только забирает маяк. Он пойдет на маяк, мы и Диабло отрубим. Мне главное выжить тоже. Тоха. Что-то мажут они, да?
Они, ну ты, да. Я понял. Нормально. У тебя хп-то нормально еще. Я урон впитал, в принципе. Так, ну Тоха меня сейчас делает. У нас маяк отбеливает снова. Но у меня вариантов сейчас немного. У меня тут по рельефу я могу еще остаться. Но ненадолго. Чисто так. Вот-вот-вот. Вот все, я позицию выбрал. Опа, а как так? Так обычно через нее не прошибает. По кому не попал. Назад отходи, да. Таргет поставил. Да, все. Ну чё, с первой попытки? А что-то Диабло так слабо сыграл, я что-то не понял. Чё он так? Ну да, так посмотри, урон-то нормально. Слушай, 198. Но у нас еще повезло, что рядовой ходил. По маякам все-таки боролся туда.